исполнительница роли Эсмеральды российской постановки мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Светлана Светикова. Звезда российских мюзиклов Анастасия Макеева. Актриса театра и кино. Певец и композитор Константин Крымский. Исполнитель главной роли мюзикла «Ромео и Джульетта» Андрей Александрин. Настало время, пробил час. Мы завершаем наш рассказ о жизни, смерти и любви, как это было в наши дни. Дневник история ведет, и каждый век, и каждый год заносит в летопись ее предание свое. Пришла пора собора в кафедральных гордых крестов, устремленных в небеса. Пора событий грозных и фатальных, время страстей, потрясающих сердца. Лишь ты артист и трубадур, творец полотен и скульптур, особым даром силы Авебатсу Бессима. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain un meilleur lendemain. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré. Dans le verre ou dans la pierre.
Друзья мои, вот так вершится настоящее искусство. Ваши аплодисменты только что была импровизация двух прекрасных солистов, российского и приглашенной звезды из Франции. Мэтт и Лорана, ваши аплодисменты! Все для вас, только сегодня. Ура! Приходите на Нотр-Дам в октябре месяце 2012 года в Крокус Сити Холл. Спасибо, друзья! И, конечно же, огромное спасибо симфоническому оркестру «София». Вам поклон огромный!